Польша, Подлещица. Сегодня воскресенье, 27 марта, выходной день. Детям в школу идти не надо, и чтобы занять деток, беженцев от войны из Украины, поляки сделали большой подарок. Подарок детства. Приехали ребята, массовики-затейники, привезли оборудование, мячи, детские гоночные автомобили для картинга. Быстро все установили и пригласили деток. С какой радостью детки приняли участие в играх, соревнованиях. С удовольствием бросают мячи, прыгают на батуте. Сколько яркости и счастья в глазах на разрисованных личиках. Какой ребенок не любит гонки? Звучит старт, свисток и вперед к победе. С удовольствием в гонках принимают участие и мамы. Игры, соревнования продолжаются. Дети переходят от одной локации к другой и во всех играх стараются принять участие. Спасибо организаторам детского праздника. Спасибо всем жителям Польши за ваш душевный прием, за ваше сердечное отношение к нам, беженцам из Украины, к нашим детям. Слава Польше! Слава Украине! Смерть врагам!